своей лекции заслуженный работник культуры Кубани Зоя Лемякина подняла одну из важнейших тем жизни Елизаветы Скупцевой. У матери Марии было трое детей. Дочку Гаиану она крестила в Анапском храме святого Ануфрия. В церковных записях также значатся и имена чужих детей, для которых монахиня стала крестной. С легкой руки Елизаветы Скупцевой в Анапе был построен приют для младенцев, лишившихся своих родителей. К сожалению, у матери Марии нет своей могилы, как и у ее сына Георгия. Они погибли в концлагерях и были причислены к лику святых мучеников. Имя и подвиг матери Марии навсегда останется в истории Анапы, ведь именно здесь всеобъемлющее материнство стало смыслом ее земной жизни.